Обучаем детей стандартным упражнениям. Замечательно видеть, как эти дети создают сильную базу для чего угодно, захотят ли они играть в футбол или заниматься бегом. Это дает им фундамент, с которым они смогут заниматься чем угодно. Я чувствую себя замечательно, работая с детьми, особенно если они стабильно развиваются. Особенно я рад видеть тех ребят, которые постоянно Диман, что для некроссфит? Я их знаю и общаюсь. Спорт! Это называют силу выносливость. Красавчик, дай пять. Даня, что для некроссфита? Это достигать цели и не достигать невозможного. Моё любимое занятие, на которое я могу ложиться на все 100%. Это сочетание легкой и тяжелой атлетики. Ловкость, как это называется. Гибкость. Спорт! Подождите мышцы, ты любишь выносливость. Что такое кроссфит, Макс, для тебя?